И другим темам. 7 лет тюрьмы за гибель 75 человек. Виновникам аварии на Саяно-Шушенской ГЭС предъявлены обвинения. В деле фигурируют несколько человек. Это директор филиала Русгидро Саяно-Шушенская ГЭС Николай Неволько, главный инженер станции, два его заместителя и три работника службы мониторинга оборудования. Теперь им грозит до 7 лет заключения. Напомню, авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла в августе 2009 года. По версии следователей, гидроагрегат номер 2 долгое время работал в неудовлетворительном состоянии. В итоге крышка турбины не выдержала. Машинный зал полностью затопило. Погибли 75 работников станции.